Ну чё, пацаны, всем здорово. Первый тур сыграем с Артёмом. 4 по-английски, который Тёма. Посмотрим, как мы сыграем. Пока нули. Пока нулишки, пока нолики. Ну, вот это сейчас может быть опасно, если он в угол попадет от моей фишки, будет гол. Нет, не попадет. А вот это уже опасно. Неплохо. Предпалец соскочил, хотел прям к фишке подкатить. Не получилось. Блядь, не влетает. Еще раз наберу, еще раз повторю. Фишечки плохо стоят, но возле моей зонки. Ну что, попробуем. Да, 1-0. Все-таки забиваем гол, блядь, 2 минуты спустя. По традиции вот так ударим. Вроде уголок закрыт. Надеюсь, он не пробьет. Если в эту дырку попадет, я бы охерел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это было совсем неплохо. Так вот сделаем. Так вот сделаем. И 2-0. Да, эта партия, наверное, останется за нами, ребятки. Эта партиечка за нами. 3 секунды. Все-таки забил на последней секунде. Хорошо, что счет не 1-1, да, был. Так, первую партию мы забираем, пацаны. Одно очко у меня уже есть. Едем дальше. Вторая игра. На Spring Arena, пацаны. Это наш новый чемпионат. Первый тур. Это очень охеренно. Гол. Блять, сука. Походу расстановка у меня говняная, да? Просто говнище. Расстановка говнище. Пацаны, посоветуйте. 2-0, да? Нет. Ребят, посоветуйте расстановку на эту арену. Какая самая классная вообще? Скрин там закиньте, подскажите, какая самая классная расстановочка. На спринг-арене. Просто я тут разными пробовал, но вот которая сейчас у меня стоит, более-менее такая самая оптимальная и нормальная. Вот. Блять, ну это 2-0. Здесь я что-то хуёвенько сыграл. Да, 2-0. Пынь-пынь-пынь. Два ноль, два ноль, два ноль. 2-1, ребятки. Не все так и легко пока что складывается. Мы постараемся камбэкнуть. Камбэчнуть. Нет, сука. Ну не могу я в уголок попасть. Это 3-1. Сука. Это 3-1. Давай, 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 лупи, лупи. Сука, и такое не залетает. Гол? Нет.
Ну, здесь я проиграл, ребят. Здесь уже шансы за 25 секунд забить 3 уже нереально. 4-1, смотрите, он меня просто разгромил в этой партийке. Просто жестко разгромил. Пу-пу. Смотрите, как он херачит, блядь. Пык. 4-2. Гол престижа ко второй мы ему забиваем. Так, 4-2, пацаны, эту партию я проиграл. Итак, у нас по партиям 1-1. 1-1. Едем дальше. Третья партия. Да. Здесь, пацаны, сложновато, бля. Но я много там ошибок, да, допустил, конечно. Очень много. И видите, от угла вообще не летит. Просто не летит от угла. Как не бью. Блять, что делать, я не знаю. Опять я проебаю. Вот такой должен вкатить, по идее. Да, 1-1. Давай, вкатись, родной. Да, 2-1. Блять, пацаны, такой нужно, блять, забивать. Нужно. Да, 3-1. Давай еще один. Забьет, нет такое, если даже в край ударит. Да, наверное, залетит от моей фишечки. Или он отверх хочет. Ой-ой-ой-ой-ой, что он натворил? Что он натворил? Это просто жесть. Если сейчас и третий влетит, то я охерею. Нет, третий не влетит. Бля, честь сделал, это 3-3. Ёбаный рот. Бля, 3-1 вел. 3-1 вел. Пиздец. Ну и тут как бить? Как? Блин! А сейчас я могу проиграть. Нет. Ну, это плюс шанса, ёпте. 4-3. Это и зацепит, да, отверху будет. Да, ребят, прикиньте, какой он сделал камбэк. Я выигрывал со счетом 3-1, и он меня загасил 4-3. Пацаны, вы представьте просто. Это что-то вообще нереальное. Партия была красивой. Итак, ребят, я проигрываю. Последняя игра. Или я сливаю, или будет ничья. Ненавижу я первым здесь бить. Это просто пиздец, как я ненавижу бить первым на этой арене. Спасибо. Ну, блядь, тут можно в три мяча вести и проиграть, ребят. Это такая карта, то что... Два ноль. Вот это неплохо. Вот это неплохо. Влети. Да, 3-0. Ну, я бы не сказал, пацаны, что это еще заявка на победу. 3-0. Отлично. Пынь, пынь, пынь. Ну что, отверха пробовать, пацаны, или нет? Сука, подарок.
4-0. Мстим ребят моему за ту партейку, блядь, в которой вели 3-1 и проиграли. Это, конечно, было жестко. Но один-то он по-любому закатит, или два даже, а может и три. Вот первый пошел, бля. Ребят, сейчас не нужно ему давать сейчас разыгрываться, просто не нужно. 45 секунд нужно продержаться. Он сейчас будет очень спешить, но время здесь, ребят, тянуть нельзя. Значит, мы вот так вот ударим. Это было неплохо. Это было не плохо 5-1. Как красиво мы сыграли, конечно, партию. Блядь. Ох, как красиво. Че, шестой закатим, нет? Шестой мог закатывать, не попал. 5-2, ребятки. Ну, это, наверное, все, окончательный счет. Ну, такие игры у нас получились, пацаны. В итоге у нас боевая ничья, 2-2. Каждый каждого разгромил. Он сделал еще камбэчище офигенски. Бля, пацаны, спасибо за игру. Артем, это было прикольно, ребят. Играем 2-2, по 2 очка ложим себе в копилку. Артем, ты классно играешь, достойный соперник. Я боялся, что вообще я всру. Все, ребят, с вами был Ромэн. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропускать мои видосы. Всем удачи, всем пока, пацаны. И welcome с первым туром. Пока.